действует. Одна этот USB закрывает полностью. Ну вот, вот. Это фаервол. Это фаервол, да? А вторая, короче, у меня вот это, что сканирует компьютер, ну тоже его, это самое, чистит программу, удаляет полностью корневые, входные выходные. Алло. Алло, добрый день, Виталик. Да. Можете помочь? В каком вопросе? У меня вопрос? Тут гаишники остановили отца. А, говорят, что пьяный. В Херсоне? На Фритаун, в Херсоне, да. Где? На Фритаун, он жил в поселке. На Фритаун, он жил в поселке. Фритаун, Смольная, там школа такая, после базара, там школа. Там пятачок был, маршрутки стояли, конечная 12-я маршрутка. Хорошо, я сейчас буду, на Фритаун, жил в поселке, через минут 10. Он трезвый? Он не пил? Нет. Он, гаишники говорят, что 0-0 нельзя уже 3 дня, если даже 3 дня пить нельзя. Сейчас я помогу. Давай только поподробнее. Смотри, я просто слабенько так, знаешь, жил поселок, если ехать, я сейчас буду ехать со стороны... Короче, я поеду по Ганнибала по кругу, потом поеду по короче, сейчас. Краснознаменной. По Краснознаменной, да, потом поверну вправо и выеду на перекрестке, где рядом сельхозинститут, налево. Да, на базаре. Это да. Правильно я выеду? Налево, налево повернуть и на Розу. Направо. На Розу, направо, на Розу. Роза ж право, чи лево? А, ну налево, на перекрестке налево. Лево это на лево это на сельхозинститут. Ну да, на сельхозинституте налево, и там будет на следующий перекресток направо. А дайте я телефон этому самому папе мой. Я не могу, я сейчас только могу туда выехать. Ну хорошо, я еду туда, давай. Угу, спасибо. Фритаун, я что-то тоже не понял. А какая Фритаун? Какая? Ну, не учесть, что такая, это не та улица, где этот самый. Блядь, это и там закрыли. Сигнал. Алло. Алло. Я сейчас со стороны по Фритаун еду со Краснознаменной со стороны. Фритаун он идет перпендикулярно Розе Люксембург. Да. Ехать на Шоминский туда. Блин, но сейчас. Вот, если езжаете по Краснознаменной, вот с левой стороны этот. Ну вот я с Краснознаменной повернул на Фритаун вправо. Вот вправо. И сейчас пошел по этим между улочкам, между домами. Ну там дальше проезжайте, там после, как бы, Розы, Люксембург, там же монтаж, все это, на углу. Короче, я пересекаю Розу и прямо-прямо, да? Да, да. Ага, и там увижу их, да? И там они в Пермасе стоят, в магазине. Ага, хорошо, спасибо. Это Фритаун улица? Да. Алло. Алло, Виталий. Да. Они забрали документы, поехали на Фитулатово, в этот, в диспансер. Вместе, как это они забрали? С ним вместе? Ну, нет, им сказали ему уехать за ними. А как это он поедет за ними без документов? Поздновато, надо было ему сидеть. Надо было сидеть, ждать меня, никуда не ехать. А, он, а где он? Они взяли и поехали. А где он сейчас? Ну, где-то там, где с ними, на Филатово. На место пусть станет. Вот я сейчас выехал на Розу Люксембург. Пересекаем прямо. Они уже поехали или нет? Ну, сказал, что поехали. А он где? Где? На какой он машине? На Соболе белом. На Газель. Ну, типа Газель маленькая. Так он поехал за ними или нет еще? Да, поехал. Так он уже по Розе едет, да? Наверное. Там сзади на патрик наклеить. Так, ну надо было ждать. Надо же было ему сказать, чтобы он подождал. Как ну, же... он такой не слушает никого. Я ему говорю, что не видит никуда. Подожди, сейчас приедем. А он... Чтобы не тратить деньги, я еду на Розу Люксембург. Ой, я еду на освидетельствование туда. Ну, говорит, на Филатово. На Филатово в этот поехали диспансер. Не на Филатово, а на Розу Люксембург же диспансер. Ну, они сказали на Филатово вроде. Филатово? Блин, как же я их найду. А номер какой? Ну да, хорошо, искать его будем. Да хай, или я позвоню ему, или он хай позвонит мне, чтобы я нашел. Ну ладно, ну если нужна помощь, то я-то помогу, но я ж не могу по Херсону искать. Ну сейчас я звоню, сказал, сейчас попрошу. Вот Соболь. А, вот Соболь. А вон они. А вон оно, дерево. Да это просто малой хочет, а папа говорит, ну его нахуй, я сам. Вот, надо протать, я тупик будет. Я знаю!
Тормози вправо! Он не станет, вы можете спонсорить ехать. Вон они стали. Сейчас они сюда придут. Добрый день. Добрый день. А как это вы так сделали, что водитель без документов следует? Водитель, как это? Диспансер для проходження медичного огляду. А як це ви так? Що, послухайте мене, уважаємо. Я не знаю, як вас. У мене бабатька. Діло в тому, що водій подивиться, що він же вас не напої. Тим паче, що на звукозаписі при розмові з водієм. Водій сказав неодноразово, що він вчора вечором вживав спиртні напої. Вечором, вживав уже, було 21 годині вечора. Сьогодні він зранку їде. Ми направляємося наркодиспансер по... І водій буде проходити медичний огляд на стан визначення сп'яніння, тобто вживав чи водій спиртні напої, чи ні. Але водій їде з нами до місця проходження, на старту наркодиспансер. Чому ви, уважаємий водій, зустріли зупинку в другому ряді і розмовляли з цим водієм? Все нормально. Давайте почнемо, перейдемо більше. Я не буду з вами розмовляти, тому що я вас... Сейчас водитель двигался без документов, що є нарушення статті 126. Ви змусили водія. Ви мене перебиваєте, заважаєте мені працювати. Я з вами не... Водитель уже нікуди не поїде, він буде стояти на місці. Ми пройдемо на місці освідчення драгером. У вас є прибор драгер? Драгер прибор є у вас? Ви не указуєте, що... Я не указую. Уважаемый водитель, будь ласка, сдачи анализов на факт желания. Вам предлагали на месте освидетельствования пройти? Не предлагали? А почему водителю не предложили? Вы предложили водителю пройти на месте освидетельствования прибором драйвер? Я? Да. Водию, да. Вы предложили? Да. И водитель перед всем отмолвился. Нет, даже... вот на водитель звукозап... говорит. Уважаемый, водитель остановился и хочет пройти прибором драйвер. Да. Будь ласка, на мене голос не треба порушати. Хорошо, не, просто шумно. Давайте отойдем в проезжей части. Мне сказали, что надо ехать сюда. Я вам предложив проїхати в наркодиспансер, так чи ні? Продати прибор, драгер. Ви сказали, давайте трубки. Я вам відповів, що трубки відмінені, так чи ні? Ви що сказали? Яким законом? Трубки контролю трезвості відмінені, їх немає. Який закон? Я ще раз вам говорю, ви не задавайте мені тут питання. Що я вам далі предложив? Що ви сказали, уважаємо водій? Ми сказали, поїхали. Ви що сказали? Я нікуди не поїду. Ні, ну зразу я возмутився, сказав, не поїду. Ви казали? Я вам сказав, давайте проїдемо медичний огляд. Ви що сказали? Ми їдемо в наркодиспансер. Не хочу я нікуди. Будь ласка, ми їдемо з вами в наркодиспансер. Потім я вирішив, щоб з вами не спілкуватися. Я вам заявляю, як громадянин України, будь ласка, грубе нарушення. Водитель не може їхати без документів. Верніть, будь ласка, водителю документи. Ви мішаєте. Давайте на місце відповідально визовемо. Зараз відповідально на місце визовемо. Ви мішаєте. Відповідально на місце визовемо, ми будемо розбиратися. Уважаемый водій. Приїдемте, будь ласка, за мною. Давайте я пройду з вами. Та нельзя так без документів йти. Ехать нельзя. Инспектор. А это можно? Инспектор. Без документов нельзя. Вы должны были поставить машину, взять водителя и проехать с ним. Можно ваше удостоверение посмотреть? Ну конечно. Я же с вами обращаюсь, к вам обращаюсь. Мы будем жалобу писать по этому поводу. Конечно. То, что водитель следовал без документов на транспортном средстве, и вы его примусили к этому. Ну вы забрали у водителя документы и... Надо же это все оформить правильно, грамотно, чтобы все это было по закону. Никто же не хочет без закона. Письменный Сергей Вячеславович, инспектор ДПС, выдано 08.02.2010 до 08.02.2014. Все правильно. Все. Да, все нормально, все хорошо. Значит, уважаемый водитель, вы мне, будь ласка, вы мне заважаете працювати. Уважаемый водитель, как ваше имя по батькові? Моё Виталий Анатольевич. Виталий Анатольевич, будь ласка, я вас зупиняв. Вы меня зупиняли. Послухайте меня, будь ласка, вы мешаете мне сейчас працювати. Я вас попереджаю. Ви, у вас незаконні дії. Вот якщо ви вважаєте, що мої дії протизаконні, ви маєте право на мене. Я знаю свої права, все правильно, і все це буде грамотно оформлено. Будь ласка, це буде... Тепер пусть водитель садиться к вам в транспортне средство. Тепер ви мені заважаєте працювати. Будь ласка.
Сейчас. Алло, короче, я на Роза Люксембург догнал их, остановил. Вот батина машина здесь стоит возле стройки. Я сейчас я буду ехать за ними. Подъедь сюда к машине, чтоб, ну, короче, а я за ними поеду. Все, давай. Подержи, поснимай чуть-чуть. А где сидеть? А вот на Розе. Сань, посидишь, я пойду. Буду. Я громадянин Украины и журналист. Я можу присутствовать. Я журналист газеты «Дорожный контроль». Я имею право присутствовать везде, все, что касается дорожного контроля. По закону Украины. Про медоля. Все нормально. Не переживайте, я все закони знаю. В більшому огляді присутній працівник ДАІ, водій, а також лікар. Будь ласка. І його защитник. Я являюсь себе сейчас защитником. Ви нуждаєтесь в защитнику? Конечно. Будь ласка. Чоловік нуждається в защитнику. Ще раз. Ні, ну свидетелі должны быть или нет? Будь ласка, ні. Медоля проходить. Та інспектор пусть говорить себе. Ні, ну так. Я пройду. Йдемте, йдемте. Я ж не боюсь, понимаете? Присаджайтесь. Виходимо на другий этаж, нам тут точно медоля. Остановили водителя? Да не переживайте, все хорошо. Все нормально. Он позвонил в дорожный контроль. Тут куча нарушений. Куча. Нарушения за нарушением. Ну, грубо говоря, да. Значит, ну, сразу раз насилие. Медицинское свидетельство. Я ему объясняю, что ужин это делать. Я сейчас буду... Все нормально. Заел, попил. С утра чаю напился уже. Такой какой алкоголь какой уже. Хорошо. Давай. Я уже сдал радость. Я понимаю, если бы я под рюмкой был. Но я ж водитель со старым. Ничего, сейчас все зафиксируем. Главное все зафиксировать, потом грамотно оформите все. Ну это тогда. Вот это меня больше всего всегда волнует, когда просто с этих вещей, когда многих вещей же не знаешь, как это все происходит. Ничего, сейчас. Инспектор отказался вам дать прибор драйвер. Ну, сразу меня сюда пришли повезти. Хорошо, чтобы я с тобой поехал. Но я сейчас буду ехать на рынок, за ворота добываются. После этого можно с тобой поехать. Хрено вообще? Ну, зайдешь до батьки, да? Ну, зараз. Наташа. Да нет ты. А ты что здесь? Нет. А нет проблем? Да. Для кухни. А? Специально? Да, только камера автоматически включается. А зачем? Зачем?
Ну, я журналист являюсь. Газета «Дорожный контроль», да. Нет, только я же... Не-не, все нормально. Я провожу. Не об этом. Не, все нормально по комиссии. Мне интересно... Когда она автоматически включается. А почему мне... А, это камера. Она, если видит, что темно в помещении, то темновато, она свою подсветку включает. Нет, у меня этот аппарат фото и... Сейчас я... Этот самый. Хорошо. Я извиняюсь. И когда нажимаешь, он думает. Я извиняюсь, мне надо с инспектором. Пойдем. Кто водитель? Вот. Я являюсь защитником этого водителя. Защитником. Чтобы выйдите, как это выйдете, девушка? Я... Мне нужен водитель. Я журналист газеты «Дорожный контроль». Я имею право находиться идите сейчас... Идите к главному врачу и берите разрешение. В смысле к главному врачу? Должен быть какой-то. Я свидетель. Я провожу вам экспертизу. Ну, какая чтобы разница? Экспертиза шла нормальным образом. Так, идите к главному врачу, берите разрешение. Хорошо, без меня не проводите экспертизу, я пойду к главному хорошо, врачу. Идите. Вы пока не сможете выйти. Не да, находиться я здесь. Я сейчас... Ждите, ждите. А главный врач где у вас находится? На первом этаже, да? Хорошо. Ну, то, что там записано, то что? Понимаете, а здесь вы что-то поменяли мнение. Я... Здравствуйте. Здравствуйте. Вам не едет? Ну, да. Ну, а снимать он может? Ну, снимать, а что он может? Я журналист, не имею права все фиксировать. Снимать экспертизу мы не снимаем. Да. Присутствуйте, посмотрите показания. Выключите камеру, пожалуйста. Хорошо, я развернул. Выключите, пожалуйста, камеру. Выключите вообще. Там звукозапись у вас есть. Выключите, пожалуйста. Инспектор, пока вы здесь врачи решают, что выключите, не выключите. Посмотрите показания прибора.